Natalia Pohrebniak from Ukraine placed fourth in heat four of women's 100 meters with a time of 11:28. Наталья Погребняк, представляющая Украину, заняла четвертое место в своем забеге с довольно хорошим результатом 11:28. Наталья, что думаешь о своем выступлении? Ну, я выступила хорошо, потому что у меня в этом сезоне лично 11:27, почти пробежала по своему времени. Надеюсь, это позволит мне пройти в следующий круг, потому что как бы по добору, наверное, пойду. Как настраивалась к этому чемпионату? Как готовилась? Ну, подошла в оптимальной форме. Перед чемпионатом у нас был сбор, и я почти во всех своих личных видах сделала по личному результату. Видно и слышно, что тебя поддерживают трибуны и болельщики из Украины. Насколько для тебя это важно? Добавляет ли тебе это давление или, наоборот, подбадривает? Очень приятно, конечно, я не ожидала, что столько будет болельщиков. Это, конечно же, подбадривает, даже мурашки по коже идут. Спасибо, и надеюсь, что попадешь дальше в следующий круг. Спасибо.